Снова всем peace, мир, здравствуйте! Мы продолжаем сегодня отмечать китайский Новый год. Новый год, а китайский день 70-летия Китая. И идем в японский хот-пот. С нами наш гид, который вот... Тут еще один непонятный кучерявый. В общем, мы идем ужинать в японский ресторанчик, в котором почему-то корейское пиво. В котором что? Корейское пиво и отмечают китайский праздник. Там 70 лет сегодня. В общем, короче говоря, пились на то, что там морепродукты, буфет, система буфетная, пиво бесплатно. Для некоторых пользователей это опция номер один. Так что идем посмотреть, что это такое, попробовать всякую утварь морскую. Заснимем, покажем. Пацанам тоже сориентируем. Ну и по вкусу, надеюсь, оно не разочарует. Нам туда. Мы уже пришли? Мы пришли уже? А, мы пришли. Вот это все так вот выглядит, как на картинке. Стол у нас, в центре такая кастрюля. Уже стол засервирован. Уважаемый наш гид, расскажите, проинструктируйте, ну, что это. Ну вот у нас таблички А, Б, С, Д, Е. Карандашик. То есть раздаются вот такие купоны, на которых можно отмечать карандашиком напротив каждого из блюда, что ты хочешь, большую или маленькую порцию. Также они дают, сразу выносят пиво 0,3, 0,5, и тоже можно выбирать какое. А, у них также есть саке. Заказали пиво, да? Макс, что мы там? А теперь, я так понимаю, нам нужно выбрать, что мы хотим кушать. А, то есть вот здесь лежит такая беленькая салфетка, это уже приготовленный фрайпан, такая типа сковородочка, да? И на нее должны положить кусочек масла еще, да? Ну, на нее положено масло, глядя, в кусочек. Окей, сейчас будем выбирать, отмечать, что мы хотим, большую или маленькую порцию. Заказали уже пиво. Место известно, честно, ты играешь нечестно, снимаю платье. Бэби-бой, бэби-бой, хватит, что ты сможешь дать мне, кем ты сможешь стать мне. Say one love, ты таков, ты на стерео, у соседей. Прибли пиво, а теперь же надо, несмотря на то, что пиво на столе, выбрать еще, что мы будем кушать. Здесь либо на английском, либо на китайском. У нас наш гид Макс заполняет эти бланки на пожрать. Нам принесли, значит, пивко, ну это такое. На столе стоит боксик такой... подставочка, в которой есть вот такие вот бланки. Бланки разного типа. Они отличаются, на них разные буквы латинские. Cheers. Cheers. И каждый бланк тут со своей родной, со своеобразной этой утварью. Здесь все будем жарить. Нам принесут сырое. Мы заказываем либо маленькую, либо большую порцию. На некоторых бланках можно выбрать количество. Единицам это могут быть морепродукты, это могут там быть какие-то овощи, грибы, там могут быть супы, даже там есть рис жареный. В общем, короче говоря, выбор будет превелич. Это так, нам надо хотя бы попробовать, что оно будет, да, а потом это, разгонимся, чтобы дальше заказывать. Ну ладно, я уже так жрать хочу, я просто сегодня пока позавтракала, уже полагину. Духовка, печка вернее. Вот это все пульт управления. Почти. Здесь мы уже нажали, разогреваем нашу сковородку. Тут вот, пожалуйста, есть встроенный в ствол такой прибор управления. Также можно выбрать уровень, наверное, жара, да, который вот на сковородке. Вот какие-то пипочки, типа маленькие, средний, наверное, большой. Я уже даже понимаю китайские иероглифы, потому что я много на Таобао заказывала.
Я знаю даже, где белое, где черное, где красное, где маленькое, где большое. И вы посмотрите, на какая красота. Подача, вот это шасыми. Шасыми. Слушай, это мы заказали одну тарелку, сейчас съедим и закажем такую же вторую. Так, ты заказал таких 4? Не, это вот это порция 4, это порция 4, это порция 4, это порция 4. Ты выбираешь каждого какого-то... Побольше, я знаю просто, что это, я уже, конечно. Салман просто на ура уходит. Я собиралась в туалет идти, но я уже передумала. Пока там записывают, я поем. Пока я вернусь, уже не будет. Тарас, быстрее выключай, потому что ты не успеешь. Ну вот, вы посмотрите, какие ломти мяса, хотела сказать, рыбы. Это же просто обалдеть. Обалдеть. Вот это мое заведение, я чувствую. Тарасик, что ж мы так долго покупали в Санмио суши эти странные? Там такой рыбки на эти 4 сушки делят. А тут ты посмотри, целая корзина. Можно здесь безлимитно заказывать в течение 2 часов на эти 200 мов на человека, да, которые. Но ты можешь набрать и заставить весь стол за 2 часа. Ну, дай бог, чтобы ты это все съел. Но 2 часа, когда истекает, все, ты уже не имеешь права ничего заказывать. Мне еще это место в favorites. Заказали свинтуса и заказали телятину. Вот эти кусочки называются one bite, типа на 1+. Квадратики, да? Да, квадратики, которые мороженые. Все остальное слайсы, да? Да, это разными вкусами. Это все филешка, я правильно понимаю? Это без кости. Даже без кости. Да. Вот сейчас нам положили сюда кусочек масла сливочного. О, прогревается. Сейчас оно будет прогреваться, и масло потает, и на нем будем жарить мясо. Ешь, ты ешь рыбу. А сейчас мы его поедим. Это только между нами, это не расскажешь маме, нам не описать словами то, что было между нами. Только между нами, это не расскажешь маме, нам не описать словами то, что было между нами. Это только между нами, ты не расскажешь маме. В темпле. Только сколько там креветки самой, да? Ну да, креветки, как оказалось, практически нету, потому что все сверху это темпура. Панировка. Ну просто панировка, да. Просто тесто панировочное. А теперь и на моей улице будет праздник. Наконец-то вот эти весь сифуд переходят в жаровню. Вот пошли эти шримс, креветки, да. Большие, да, такие. О, есть чем посмаковать. Тут еще попозже должны принести комплиментари. Они один раз. Они в конце его приносят. Королевские, типа здоровенные. Круто. Мое едло. Ready to eat. To be eaten. Что это? Салат. Переводите сами. Ну как это в Украине называется? А это не устрица? Устрица, острич. Устрица, а это скалок. Забери вот это тарелку. Приехала свинок. О, господи. Октопус, октопус. Welcome на жаровню. Короче, мне все спокойной понравилось. Спокойной ночи. Вообще, ты молодец, что нас господа. Короче, мы сейчас выходим 3 часа ночи у нас и идем на остановку ждать ночного автобуса ехать. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Сделаем резюме. Короче, ресторанчик вот. Офигенный рестик, я не знаю, как он называется. 38 банок пива по 0,5. Я думаю, больше не наливать. О, наш сосед пошел. Жухая. Say hi.